Раз в неделю вечером осужденный Гасилов остается наедине с самим собой. На столе чистый лист бумаги, в руках карандаш. Писать грамотно Гасилов не умеет, поэтому пишет, как может. В надежде, что его сын-шестиклассник разберет эти нестройные каракули. Четыре года назад сельский тракторист Гасилов по глупости попал за решетку, лишив сына возможности расти с отцом. Подрались в дома у меня и за денег, можно сказать. Весь скандал начался из-за денег, потом... Ссоры пошли, и конфликт разошелся через чур. Ну, в итоге, чтоб не подрасчитал. Вроде бы был живой, через 7 дней умер. Драка с другом закончилась серьезным сроком. 7 лет заключения. Теперь... Для общества он преступник, что значит изгой. И не важно, что и как он совершил, и что теперь чувствует. Вместо тихой сельской жизни – камера и ужин по распорядку. Прежде чем сюда попадать, я уже, наверное, можно сказать, уже практически был готов, куда я еду. С людьми общался, с... кто мог, хотел, подсказывал. А в основном готовился на тюрьме. Общался со старосидами и научился, как себя здесь вести в правильную сторону. Со своей участью Гасилов почти смирился. Условия нормальные, только свободы, конечно, не хватает. Жить приходится здесь, в локалке. Жилой комплекс, внешне напоминающий небольшой одесский дворик. Подъем в 6. Завтрак. В столовой работают сами заключенные. Они готовят, моют посуду, убирают, пекут хлеб. Конечно, здесь не все идеально. Столовая мало чем похожа на место для приема пищи. Но начальство обещает, скоро будет порядок. Если с жизнью за колючей проволокой Гасилов уже смирился, то переписка с внешним миром расстраивает. Писать я писал сразу же, в этот же день, как только бумагу прочитал, на следующий день написал и отправил письмо. И все. И писал всю дорогу. И поздравил его с Новым годом, и с Рождеством, и со Старым Новым годом, и открытку выслал. И на этот адрес, на этот номер, и ни ответов, и ни приветов. В обычном конверте весть пострашнее, чем тюремный срок. Жену Гасилова недавно лишили родительских прав. В 8-м году где-то примерно получается, или в каком, или в 9-м, но слышу, что уже забрали. И вот в том году только пришла бумага, что лишили материнских прав. Но теперь пришла и его очередь. В интернате, где находится сын, решили, зэк не может быть отцом.
обычный трудовой понедельник. С утра в цеху многолюдно. Неспешно стучат молотки, монотонно шумят станки. Запах гари и пота. Никаких айподов, компьютеров и роботизированной техники. Все только с помощью простейших станков. После развала Союза они вообще чудом уцелели. Но несмотря на преклонный возраст техники, в этом цеху ежедневно создают сотни единиц новой продукции. Все необходимое для отечественных фермеров. Люди, работающие здесь, не спорят с начальством, не жалуются на условия труда и не требуют прибавки к зарплате. Они носят униформу и табличку с фамилией на груди. Это производственный цех 51-й исправительной колонии. Сергей Александрович, заместитель начальника исправительной колонии. Каждое утро он начинает с прогулки вдоль серых стен. Он сам почти уже стал заключенным. Даже Новый год приходится встречать здесь, хотя что так будет, даже не предполагал. За 11 лет Сергей Александрович научился на глаз определять характер заключенного. Будет зэк тунеядцем или работягой? Первый вопрос, который начальник учреждения задает, куда бы ты хотел работать, пойти, где ты работал до этого? Ну, тоже пример. 24 года человеку, имеет ребенка. Он говорит, вы знаете, а я, говорит, ничего не умею делать, я не работал. А как же ты жил? Ну, родители помогали. А чем ты занимался? Ну, там у нас СТО с папой, там туда, там сюда. Ну, а здесь ты куда собираешься идти работать? Это еще с благополучной семьей. У него костюм за $1000 спортивный или там другие. А вот этот вирус тунеядства, он уже сюда у него заложен здесь. Жил я как бы на отряде, не на рабочем отряде, там, где одни, это лентяка, как бы, брат называется здесь, не так. Это люди, которые не работают в промзоне, не работают где-то в жилзоне. Жил я там, как бы, ну, общались постоянно там. Ну, делать там нечего, в принципе, я скажу так, что воровские традиции, как бы, там какие-то соблюдаем, такое. Утром проснулся. Там чифера попили, пообщались, поприкалывались. Когда Валера попал в тюрьму, он решил для себя, работать не будет. А зачем? И так лишен всех прелестей свободной жизни. Так тут еще и трудиться заставляют. Все, смотришь, уже 10 часов, 11, ну что уже делать? Начинаешь всякой фигней страдать. Правда, скоро бездельничать надоело, да и время течет медленнее. Пошел работать в библиотеку. Работа не пыльная, тишина. Сиди, читай книги. Тем более, что раньше на них времени не было. Валера работал в автохимчистке. Выпил, оставили люди машину на химчистку. Автосалон, это на ночь оставляют машину. Взял эту машину, решил покататься. Покатался с ДТП. Алкогольный кураж закончился холодной камерой и изучением нового языка, тюремного. Разговор там совсем другой, да. Там не то, что там мат или перемат, не так много матов, как обозначение слова другое. Там, например, та же ложка, это уже не называется ложка, она там называется веслом. Там. Та же столовая, она называется пармезаном, там, например. Сейчас в колонии почти 1500 осужденных.
Это считается хорошим показателем, ведь еще 10 лет назад их было в два раза больше. Зато другой показатель хорошим не назовешь. На сегодняшний день у нас средний возраст осужденных порядка